Это кадры из пограничной зоны Брянской области. Попытка противника найти слабое место в нашей обороне провалилась. Более 15 боевиков были обнаружены погранотрядом ФСБ. Диверсионно-разведывательная группа ликвидирована. Губернатор Александр Богомаз на месте. Вместе с военными. Все детали на контроле. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет. Противник через Брянскую область пытается рассечь воздушное пространство России. На днях наши военные посадили легкомоторный самолет. Пилот пытался сбежать. Дача была такая. Лететь на малой высоте за ведущим. И по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет. Знал, что летишь на территорию Российской Федерации? Сколько обещали денег? 50 тысяч гривен. Два самолета залетели на территорию нашей Брянской области. Один самолет был подбит, совершил вынужденную посадку. Сбросили два снаряда, промахнулись. Они были атакованы солдатами, те, которые там находятся, ведут службу. И один был подбит. В федеральном эфире в очередной раз рассказали и о фортификационных сооружениях, которые возвели в приграничных районах Брянской области. Это опорные пункты, блиндажи, противотанковые пирамиды и траншеи. Все, как требовало Министерство обороны страны. Армен Марукян, Брянск.